Хей, окей, с вами Шимки, и сегодня мы половим с вами привидений. Это игра The Ghostbusters, либо Охотники за привидениями. Так, я не знаю почему, оно как-то немножечко подфризивает. Новая карьера. Желаете передохнуть? Как насчет небольшого испытания? Вы сумасшедший. Ну, средний давайте. Columbia Pictures. У вас беспокоят странные шорохи в доме? На чердаке или в подвале вы испытывали леденящее чувство холода? Вы или кто-то из ваших родителей видели духа, призраков или еще типа того? Если это так, то не стоит ждать. Все, что нужно сделать, обратитесь к профессионалу. Позвоните Охотникам за привидениями. Мы вам поверим. Лицензия уже на подходе, а другие детали... Похоже. О, Рассел, эй, парень! Это ли это... Ага. Рядом с новым газированным что-то... Да. А что? Кажется, в твою сторону что-то полетело. Подожди. Я вроде бы слышу... Пойду взгляну поближе. Хочешь по-настоящему испугаться? Я что-то про... Это тот парень, который подарил музею наибольшую часть коллекции. Его жизнь овея загадочная чем-то сверхъестественным. Почему бы не поговорить в этом позже, в другое время? Эй, вам здесь нет, не место, стойте! Так, короче, у нас какой-то алтарь, да, был? Ghostbusters. Старин Гомероу. Дэн Аукроу. Хэролд Рейнс. Эрни Хэдсон и Дэн Кьюерсон и Хардост, что-то там. Охотники за привидениями, если вы стали свидетелем появления полтергейса, призраков духов, банши, демонов, потерянных душ или... Что? Нет, мы не занимаемся помойкой усопших родственников и не призываем для них, чтобы узнать комбинации от сейфов. Да, что ж, вам тогда приятно. Так, я видел слизняка. Я видел слизняка. Интересно, он добрый или плохой? Какие-то здесь только загрузки, мне кажется, да, долгие. Сколько минут? 15 секунд. Секунд 15, где-то уже сижу. Ну, загрузка все идет. Интересно, мне научат там всяким фигулькам наподобие... Ну, хотя тут обычно не должно быть. Тут быстрый чатик, на самом деле. Эй, это же новенький кадет! Добро пожаловать! Не скажу, что это безопасно, Рэй. Отлично. Люблю рисковать. Зафиксируем отметку на 50%. Это должно обеспечить стабильное горение. Эй, если хочешь кто-то поджарить, а почему бы не новичка? Мы не можем так поступить с Рэем. Нашей... Ипотека этого не платит. Я думаю, он прав. Ты как тебя зовут, малый? Давай без имени, Рэй. Не хочешь что-то не привязываться к малышу? На всякий пожарный, ты ведь понимаешь, что случилось в прошлом. Он настроен и готов к работе. Вижу тебя слегка... Хорошо. Мы подготовили для тебя интересный и довольно строгий режим обучения, который покажет тебе основные функции. Если хочешь стать профессионалом, придется потратить немало времени на подготовку. Это кто-то... Рэй? Должно быть, это какой-то мощный выброс всей энергии. Существо колебания вызывает чем-то посторонним в царстве Нью-Йорка, 7-е видео. Согласен, мы должны немедленно провести анализ. Я знаю ответ, но все равно спрошу, видимо, уровень это плохо или же хуже некуда. По шкале от 1 до 10 я бы сказал, так и угадаю, 7. Скажи, там сейчас бы все было плохо. Это еще на самом веселое, что происходило здесь, верно, Рэй? Берегись, Лизон снова на свободе. Нет, подожди, вернись. Что-то моего перса немного дергает, не думайте.
Какие-то подфризы, что ли? Вот 25 FPS, какого черта? Так, кажется, Лизун сбежал. Идите к с Эгоном и Эрвин вниз, чтобы все разузнать. Станция книг отсутствует. Экипировка. Фокусировка бластера. $1500. Снижение отдачи бластера. А, это типа апгрейды. ПД-датчик повышает точность сканера. ПД-датчик оптимизирует процесс перезарядки. Быстрая ловушка. Реактивная ловушка. Так, проклятые артефакты не найдены. Обучение. Обнаружение сигналов. Сканирование. Поимка призрака. Приемный выход из строя. Перегрев ранца и его охлаждение. Временной выход из строя. То есть я не навсегда, да, умираю. Взрывной поток. Луч захвата и захлопывающая ловушка. Общие сведения. Финансовые показатели. Медицинские записи. Боевые параметры. Хорошо. Финансовые показатели. Так, давайте по настроечке. Я, наверное, графику, как я понял, уменьшу. Да? Давайте, пускай будет на среднем. А, нет. Карты теней. Низкая. Низкая. Не, посмотрите, игра очень старая. Выдвигаемся. Взаимодействовать. У вас 7 пропущенных. Вызов. А сейчас успею, подожди, да, я хочу посмотреть, что здесь еще есть у нас. Ля, а че я должен спускаться, а ты должен играть, взаимодействовать. What? Что? А я могу поиграть, интересно? Выруби. Ладно, 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 подожди, что еще у вас тут есть? Ладно, говорили, поехали. А, вон ты где. Советую проверить справочник охотника и изучить все существующие оповещения. Вот он. Странно, что его так привлекает защита облачных хранений. Он был очарованный с тех пор, как вы добирались к устройству. Ладно, кадет. Только полегче, я возьму руководство на себя. Привлекай его внимание протоновым лучом. Нет, только не хранилище. Там же крайне чувствительное оборудование, которое... Ой, один сбежал. Это моя вина. Видимо, я перетащился регулярно между пространственным уплотнением. Идем. Она, короче, все жарит. Все жарит. Эй, похоже, все прекрасно. Поскольку ты уже получил свое рабочее оборудование, настало время пока тренировок. Нужно применять меры предосторожности, хотя Лизун безобиден. Может, совсем чуть-чуть. А вот насчет другого, ладно. Тогда вперед. Подожди, мне, ну, как мне оборудование достать свое? Вот это вот. ПК-датчик. Ой.
А я за поломки и это получаешь штрафики? Упс, сори. Тогда, мне кажется, лучше посмотреть клавиши, да? Я не хочу уйти в минус под деньгам, алло. Где прогресс будет? Съемка частиц. Так. Отображение худ. X и C. Ой, ладно, поехали. Ой, нифига тут. Вот скажите, разве некрасиво сделано? Просто посмотрите и возьмите ремастерит, где мыло, просто мыло. Теперь, пока все не вышло из-под контроля, изучи свой протоновый ранец. Он может стать твоим лучшим другом на поле боя. Все, что нужно, это отображение на самом деле. Здесь ты сможешь выследить свои физические состояния, чем длиннее зеленая полоса, тем больше вы простоите на ногах. Этот индикатор показывает уровень нагрева твоего ранца. Когда он достигает своего пика, придется охладить его и начать служить. И по большей части процесс захвата призрака довольно простые. Разделю его на три основные этапа. Схватить, удержать и словить. Специальные субъекты наклоняются достаточно много сил. А некоторых все энергии, если выстрелить под патрону достаточно или атаковать. Рассеивая призрачную энергию, ты упрощаешь себе задачу, захватывая цель. Подожди. Я понимаю. А я могу... Ладно. Вот это да, здорово. Воу. Видишь, на прицеле по... Ой, тихо. Урон, урон разрушимости. Это не я сломал. Короче, нужно... Ой. Ой. Минус деньги. Знаете, как это на самом деле сложно? Это ж не я деньги за это получаю. Они портятся. Ах ты, мы упустили слизня. Он там. Ой, я думаю, отврать лизунчика. Подожди. А, подожди, так, а как мне его сканировать? Справочник Тобина. Ленивый призрак. Бродящий кардинал класса 5. Тип. Призрак, устойчивый к ловушкам. А, поведение. Атаки. Поражение, слабое место. Протоны лучше, длительное оглушение... Умеренная устойчивость к ловушкам нормальным. Отель Сэндвич предназначен устойчивого акциона на День Благодарения. Собирая различного рода пожертвования, обычно отдаваемые реабилитационным центру Святого Николая для своенравных ангелов. В 1937 года Арбисон Маргюнхер, богатый на одинокий эпикуреец продолжается так. Предложил цену и выиграл пиром. В день благодарения он пришел на обед один. И там еще что-то есть. Ленивый призрак. Нет, нет, не ломай. Хорошо, ты мы вставим. На лету. You can project the capture stream or wrangler manually using this control. On the other hand, the pack will detect when a ghost is sufficiently weakened and auto-select the capture stream setting. Чего? Дай за ним использую, захватай это. Fantastic, you got it. Soon as your ghost is in your capture stream, the slam meter begins to slowly charge. If you want to accelerate the slam meter charge, you can wrangle or counter wrangle the ghost at the end of the line. Here's how you do that. Watch the ghost. When he makes a dash in one direction, you pull the stream quickly in the other. Give it a shot.
Good work! Now dig in hard and hold onto it. Make sure your pack slam meter is charged. Let him have it. Kapow! That's right! Верно. Now we can move to stage 3. Наконец-то мы достигли третьего этапа поимки. Just right! See the beacon signal coming from the closed trap? That helps you find it when things get crazy. When it goes left, you pull to the right. Готово. Это сложно на самом деле. Тащи его в центр. Нам сюда. О, да. Беглец где-то здесь. О, кстати, никогда не забывал забирать ловушки. Забрать. Как идут дела? Эх, мы гораздо махнули и не успели, как лизун выскользнул. Хотя, гадя, дай же ему жару. О, тебе нужно быть крайне внимательным, я помню, не скричай, лучше просто не делай это. Серьезно? Серьезно, некуда, верно? Эй, как ты получил этот Мэлла мордушка получила? Скажи, если так на новую подписанную социальность. Значит, я должен недостоин? Вообще-то он имеет дело с кучей неприятной и опасной для жизни оборудования, которое при возмещении положения может Зверло. О, так это балансер Шастер, повсюду с нами опасно для здоровья ворота пятна, который может за нами Нью-Джорке забросить. Великолепно. Держись, Марку, малыш. Тебе нелегко работать здесь. Скутер? Скутер? Не хочешь завести... Ладно, поехали. Мы с вами отправляемся по день на первую миссию. Как идем? В отель Сэндвич. Это единственное место, откуда я мог отправиться. Верно. Первоначальная точка появления. У них есть неплохой офис. Так. Очков в твою пользу, как только Уинстон найдет опера. Отправь ему приглашение, присоединись к... Эй, приятель, собирайся. Сегодня твоя первая работа. Тренировка. Постарайся не развести весь Манхэттен до основания. Хорошая у нас работа. Сэндвич-хотель. Если что, я просто буду на паузу ставить, да и все. Это отвратительное зеленое создание сейчас наводится ужас на весь 12 этаж. Я требую мастера возвращения. Сэр, отметьте соответствующий пункт галочкой в нашем счете. Счета? Верно, счета. Вообще-то ваша гарантия на случайно поврежденную разносу своего отеля давно истекла. Надеюсь, вы ее продлили. Мне на приборе наблюдаются странные всплески призывочной энергии. Похоже, что беспорядки не только на 12 этаже нужно. Хорошо, сделаем, что сможем. Это зеленообразный малыш, и не должен вызывать много проблем. Эй, охотники за привидениями. Что такое? А, Эрэй. Прыжки. Ну, добрый вечер. Сейчас вы в полной безопасности, мисс. Охотники здесь. Отойди, неудачник. Даже не думай. Ха. Это метод впервые потерпел неудачу. В следующий раз я покажу класс. Не курить. Приготовься, Ас. Мы начинаем. Доктор Стрэнс, не будете ли вы дружи... С превеликим удовольствием, доктор Вилл. Небольшой совет, не будь... Так, на будущее. Портовое ранее должен оставаться выключенным в местах, где куча народу. И в личных покоях это уменьшит затраты города на ремонт и не затраты судебных исков. Мир, в котором мы живем, только выстрелить какой-то протокол лучше. Как они тут... Это он! Сука. Прекрасно. Похоже, что у нас новый... Кажется, выстрелите раньше времени в как-то раз, а? Ты еще постепенно, чемпион. Потерпи, пока твой бластер пойдет. Подожди, так... Вы можете мне дать... Что за... Это было больно. Ты в порядке? Сюда.
Только в той двери разговор. И здесь есть разговор. Осторожней! Контакт! Ай-яй! Jeez. Бог ты мой! Стой, мне только что в копилку прибавился штраф? Или мне показалось? Буду надеяться, мне показалось. Хочешь увидеть больше свет, путник? Может, что? Где мои другое оборудование? Главное, вазы не рушат. Я помню, я в детстве всегда все рушил, но я игру так и не прошел. Отлично, шоу начинается. Сначала возьмем его, а потом поймаем. Для этого мы сносим протонные ранцы. Нужно скорее, Питер. Ни за что, я прекрасно знаю, чем это время закончится. Желаю вам двоим провести от души. А я лучше прикольшу лифт. В надежде встретиться с симпатичной незнакомку. Да ладно. Уровень сигнала твоей непримерной сущности перемещен в все нормы. Так как обнаружил важный сигнал, ПКД датчик включается. Передатчик напрямую, они позволяют увидеть различные паранормальные аномалии, которые невозможно. Следы призрака, аура объектов и другие равновесные. Так, тап. Эктоплазма. А, сверхъестественная оболочка. Класс 1. Тип экзогенный. Способность к инерции. Плотное слизкое вещество эктоплазма образует, когда призрак взаимодействует с физическим миром. Обычно встречается в виде клейкой слизи. Также может находиться в форме тумана и даже кристаллов. Так, подожди. Red signifies a hidden ghost. Green indicates an А как мне выключить? Blue means an active sample. Этот режим. Я иду сюда для того, чтобы посмотреть, что здесь. Привет. Чё как? Хватит на меня глядеть. Ты выглядишь странно тогда, как... Ты только что сломал стойку, бля. Вы понимаете, что мне штраф приходит за это? Как мне снять? Как мне снять это? Ладно. Побежали. Try a different direction. Вижу. Вперед. Getting warmer. Уже теплее. Warmer. Теплее. Careful. Getting a good scan. Привет, подробный сканер. Всегда приятно. Это как, если замечаешь поблизящий свет, попробуй его просканировать. Таким образом, ты поставишь анализ призрачной и сможешь в дальнейшем сверсить базы. Нам это даст полное представление об этом мире. Питер всегда жалуется, что читать скучно, а мне нравится. Если хочешь узнать все данные по цели, возможно, придется просканировать. Следу за Рэем. Так, подожди, давай посмотрим, что мне там дали. А, Лизун. Бродящий призрак, класс 5. Призрак, устойчив к ловушкам. А так и так. Иногда его называют
репоголовым или мерзким зеленым призраком. Предложительно, Рэй назвал его лизуном специально, чтобы разозлить Питера. До сих пор питающего к нему столько отвращения, несмотря на свое прозвище, это сконцентрированный возрождающийся призрак олицетворяет собой обжорство, его привлекает все съедобное. Хотя этот бродящий призрак класса 5 и не особо злобен. Лучше не становиться между ним и его закуской. Если он голоден, то внимателен. А голоден он постоянно. Да, мы охотимся на призраков. О, все. Наконец-то я могу снять. Whoa, he's definitely been here. An active sample. Так, изучить. Самоблуждающий поднос. Ничего себе. С 1893 года было приобретено множество отличных наборов серебра из знаменитого австралийского отеля «Де Густав», после того, как он таинственно сгорел. Это единственный предмет из набора, который проявляет так. Появлялся в номерах. Сэндвиджа не знаю так. Незваным и без сопровождения. Напуганные гости не часто считают его подарком за эту услугу. Уровень отель Сэндвич. Активные образцы — это артефакты. К тому же, за них нам немного платят. Сейчас мы отделяем их для соображений, исследуем всяких разработках, а получив средства, позволяем нам, которые сейчас приходится брать с собой для тестирования. Помни, ты всегда поймешь, посмотри доступные улучшения, программы, обучения в различных сведениях. В специальном меню «Охотника за привидением» оно включается через... Да, я знаю... Или единицу? Рэй, что-то мне нехорошо. Питер, ты в порядке? Уходи, выбыл, кажется. Вперед, вперед. Ну же, шевелись ногами. Ты ведь сможешь двигаться? Он же не умрет. Hey, over here. Эй, сюда. He's been slimed. Его лизнули. Который раз, помоги ему встать, если... Не могу поверить, что это опять случилось. Я же своего лишь про... Как этот мутант ко мне подкрался? Снова. Фу, какая вонь. Наша работа основана на взаимовыручке. Если один из нас падает, мы помогаем ему. О нет, мой друг. Это было еще и в старые времена. Сейчас это все дело в зарплате. Парни, думаю, вам стоит немедленно спуститься ко мне. Наш плок научился экспериментировать, крушит... Еще призраки? Но ведь 5 лет назад мы уже всех поймали. Не забывай, что люди умирают каждый день. Малыш, вызови лифт. Лео, сам возьми, подойди и вызови лифт. Давайте, шустрее, поехали, поехали. Хорошо, Лизун, хватит развлекаться, не трогай лифт. Эгон, прием. Кажется, мы застряли. Потребуется помощь. Ты уверен, что мы застряли? Не застряли. Рэй, малыш, кто из вас рад услышать, что мы застряли в лифте? А вот и он. Kill it, Ray! Схватите его, парни. Вам помочь? Опять ты меня не послушал, Рэй. Сколько тебе говорить? Ну... Never mind the onion head for now. The ghost with the red cap is fighting hard to hold stasis. Come on, he's a New York bellhop. Just hit him, will you? Эй, ты в порядке?
Он улетает. Понимаете, вы, они ломают все. Ой, упустили, упустили. Так, хорошо. Вот, в такие моменты меня просто будут коцать, да и все. Подожди, или у них ХП есть? Или нет, ладно. Вы ловушку поставили, алло, приятели. Ладно, у нас уже он просканирован. Это конверсный ударный импульс при энергии, дорожен всем призракам. Можно все-таки позволить Янсену и отметить его выходной? Снова они! Ай! Лизун, может ты хочешь отсюда уйти? Они разделились! Рэй, пойдешь со мной, остальные отправляйте наверх. Венкамин вам подходит, придется заняться по мойкам нашего старого знакомого. Помните, что он дефектирует в разных родах предметах. Он такой грубый, когда не высыпается. Так, пока дальше, подожди. Пока я еще не начал, давайте посмотрим по призракам. Призрак посыльного. Оживленный призрак, класс 3. Призрак устойчивый, так, ловушкам, бла-бла-бла. У всех большинство старых отелей есть свои темные секреты. Ну, элегантный отель Сэндвич превзошел все вместе святых. Вместе связаны. С момента его открытия в 1897 года Сэндвич был окутан мрачной атмосферой. Наимерное количество постояльцев и персонала безвременно ушли из жизни из-за странных происшествий, иногда и по глупости. Большинство из них остались здесь навсегда, подчиняясь неумолимой силе, запирающей в коридорах Сэндвича, в его номерах, ваннах и службовых комнатах. Призрачный персонал очень заботится об отеле и не любит беспокойства, помимо тех, которые доставляют они сами. Так, а сколько у меня кэша? О, слушайте, а мне... Что имеется в виду? Блин, мне кажется, лучше купить, да? Снижение отдачи бластера. Управление. Фокусиров так значительно снижает разброс луча. Давайте. Используйте пакет снаряжения клонов в ранце. Фокусирующий бластер обеспечивает стабильность направления протонного луча, уменьшая его колебания и отключение. Значительно снижает разброс луча. Окей. Слушайте, мне нужно, наверное, будет... Что имеется в виду под перезарядку? Ладненько, я, короче, думаю, давайте, наверное, на этом мы с вами закончим. Поэтому, да, мы уже натворили дел. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.